Да, слава Богу, спасибо. Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус. Благодарим Тебя за Твою верность. Благодарим Тебя за этот стол, который Ты накрываешь, Господи, своей пищей, Иисус, который укрепляешь нас, Иисус, слава Тебе. Аллилуйя, и благословляешь нас. Благослови эту небольшую мысль к основной части. Слава Тебе, Христос, во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. 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 Давайте прочитаем с вами стихи. Евангелие от Луки, 8 глава, сначала 10 стих, а затем 15. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. А впрочем, в притчах, так что они, видя невидимое и слыша, не разумеют. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, интересно размышлять над этой притчей о сеятеле, который вышел сеять, и семя, как вчера также говорилось, это безусловно, Слово Божие, и как здесь затем Иисус Христос раскрывает своим ученикам, что это Слово Божие. И я подумал о таких мыслях, что, безусловно, вначале Он выходит сеять для того, чтобы спасти человека. Да? И сеет Он на всякого человека, то есть на всякую почву, для того, чтобы спасти человека, чтобы человек был рожденным свыше. Да? Когда он рождается свыше, теперь, сейчас, в Новом Завете, в нем рождается, он рождается от Духа Святого, и он становится храмом Духа Святого, и Дух Святой поселяется в нем, и, можно сказать, служит ему, исходя от услышанного. Да? И таким образом я подумал о такой мысли, исходя из 15 стиха, что упавшая в добрую землю — это земля или почва Духа Святого, да, который и освещает нам это слово, и Дух наш тоже принимает от Духа Святого это удивительное Слово Божье. И тогда Он способен, Дух Святой способен нам давать развлечение, да, какое слово нам необходимо слышать. Я также подумал о том, что мы можем слышать от этого мира, да, и тогда будут укрепляться определенные мысли. Можем слышать от себя, да, различные проекции, но Дух Святой освещает нам, что нам необходимо слышать Слово Божие, как говорится, Римлянам 10 глава 17 стих, и тогда мы будем укрепляться не словом этого мира, да, не словом своим собственным, которым бы нам хотелось, а Словом Божьим, и Он будет способен нам давать это удивительное время вместе с Ним, пребывание вместе с Ним, общение вместе с Ним и укрепление, сокрытие этого Слова, как здесь говорится, в новом сердце. Здесь говорится в сердце, но, безусловно, мы с вами осознаем, что это новое сердце. И это говорит также, что мы сокрываем это слово в новом человеке. Мы сокрываем это слово в нашей душе, в новом человеке, которое Дух Святой способен осветить и руководить нас также, вести за Иисусом Христом и Его удивительными путями. Слава Богу. Аминь. Благослови вас Господь. Аминь. Слава Богу. Замечательно, пастор Нурлан. И Слово Божие – это и Отец, и Сын, и в Духе Святом, и почва добрая, не что иное, как возделывание Святым Духом нашего Духа, нашей души,
Слава Господу! Спасибо! Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это утро, замечательное утро, за это общение в Духе Святом, в назидании, Господь, и в раскрытии принципиальных сущностей в нашей вере. Благослови изобильно это слово, помажь. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Благодарю всех, кто подключился к этому общему размышлению нашему, и его богатство распространяется и укрепляется в нас всякий раз, когда мы это делаем. Сегодня у нас 69-е слово посвящения. Наш текст будет 8 глава Евангелия от Луки с 19 по 21 стихи. Всего 3 стиха, но они такие насыщенные и необходимые для нас. Предваряя эти стихи, мне бы хотелось снова возвратиться на те акценты, которые Господь делает. Это и 6 глава, 7, вот 8 глава. Он своим словом открывает Царство Небесное Божие и Царя, которым Он является. Это удивительное проникновение Слова Божьего в наше мышление. И это Слово Божье созидает дерево жизни. Кроме того, это Слово Божье дает нам и желание действовать и жить согласно с тем, что Господь произносит. Мы с вами обнаруживаем чудо, и я так думаю, вот как вчера в проповеди было, что не только хлебом будет жив человек, но всяким словом Божьим, или, как в Матфея написано, исходящим из уст Божьих. Это наша жизнь. Очень хороший комментарий был это у Натальи по поводу того двух взглядов. Один взгляд на вещи видимые, а другой взгляд на это Слово Божье. Без Слова Божьего мы безоружны. И как можно защищать какой-то видимый процесс? Как, например, ученики идут с Иисусом по Иерусалиму и говорят, посмотри, какой храм, какой храм. Ну да, за этим храмом такая удивительная история. В нем происходят определенные действия. А вот он. И он говорит, от этого храма не останется камня на камне. А вот он вместе с ними. Но здесь больше, чем этот храм, больше, чем Соломон, больше, чем ангелы, больше, чем Моисей. Кроме того, отец его выделяет, как его слушаете. Это сын мой, 17 глава Евангелия от Матфея. Это мой сын, его слушайте. Почему? Потому что мы всегда должны быть в понимании, как мы живем, благодаря ему. Раньше жили по воздействию нечистых сил на нас, а сейчас мы живем по воздействию Слова Божьего. И вот эти акценты на Слово Божье, они до того выпуклые в 8 главе, когда
он привлекает внимание учеников своих к притче, которую можно толковать по-разному, если сам Господь не подарит нам ключ к истолкованию. Сеятель, семя, почва. Ну, знакомое. В этой жизни мы все что-то сеем. Я благодарен Господу за это время, где мы совершенно знаем, что мы сеем. И те, кто говорит, и те, кто слушает. Мы сеем в себя, в нашу жизнь, в нашу практику Слово Божье. Значение этого слова. И если с 5 стиха 8 главы по 8 стих это притча, которая непонятна, и дальше 9 стих, ученики его спросили у него, что бы значила притча эта. 10. И он сказал: вам, ученикам, дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах. Так что они видят, видя не видят, и слыша не понимают. Такая интересная ситуация. Но зачем так делать, Иисус? А это взращивание аппетита к Слову Божьему. Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божье. Семя есть. Это объективное слово. Сеятель – это проповедник. У нас это сеятель, я имею в виду по этому отрывку, Иисус Христос. Дух Святой также сеет. Записанное слово, когда мы его читаем, оно также имеет посев свой в наши мысли. Мы удивительным образом обучаемся прикладывать фразы и смыслы, которые имеются в записанном слове, к нашей жизни. Кроме того, так как у нас обостренное впечатление или же восприятие Слова Божьего, мы везде там видим Иисуса. Кроме того, мы радуемся этим ободрениям, которые идут из Слова Божьего, и ободрения вникать в записанное слово и воспринимать произносимое Духом Святым слово в наших умах. Когда расцветает это дерево истины, дерево жизни, мы проходим через эти стадии, которые описываются с 12 стиха по 15. Мы с вами побывали и в том положении, когда мы слышали слово, у нас свои мысли, и это слово, оно пало, фигурально говоря, при дороге. Вот по этой дороге наша жизнь туда-сюда движется. Кроме того, это слово, так как оно на поверхности нашей души, еще оно не проникло, не пустило свои корешки в нашей сущности, то птички небесные, сам дьявол является. Он и топчет, он и поглощает, он крадет для того, чтобы нас представить безоружными перед его кознями. Поэтому так важно для нас с вами иметь
Слово благодати, любви, прощения, милости, ободрения, слово о церкви, слово о том, как Иисус, завершив свои действия, поставлен на такую, как человек, он поставлен на такую высоту, он превосходит всех. И он произносит свои слова. И эти слова описывают и исторические этапы, например, 5 глава книги Откровений, когда прожектор Святого Духа направляет наше внимание на сидящего на престоле Бога, Отца. И у него в руках свиток. Напряженная такая ситуация. Этот свиток скреплен семью печать. Это слово говорит. Перед нами открывается эта панорама событий. А вокруг, как мы потом понимаем, что вокруг находятся миллионы душ. Что это за свиток? Это история, исторический документ, кому принадлежит земля. И никто не мог, ангел провозглашает, кто достоин взять эту книгу, сломать печати. Это Слово Божие. Мне нужно смотреть туда. И мы видим картину, как Агнец Божий, Иисус Христос, появляется на этой сцене событий в развитии вечности. И Он достоин. И какая радость, и все начинают, и все сущие на небесах вместе с Богом начинают славословить, хвалить, такая свобода. Это так здорово описано в 21-м псалме. После того, как произошло распятие Иисуса, 16 стих, «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, к праху смертному». И окружение, ибо псы окружили меня. Это та сцена, которую он видит с креста Голгофа. «Избавь», 21 стих, «избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня». И избавление идет. «Отец, я отдаю дух свой тебе». Его тело на кресте, затем оно погребено в гробнице, камень завалили, да все, умер. И посмотрите, и потом, что происходит, здесь же в 21-м псалме, 23 стих, «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Чудо. Вот он, собор и 5 глава книги Откровений. Вот кто получает право на владение землей, владение всеми душами. Вот почему люди всей земли, уверовавшие в Иисуса Христа и находящиеся на небесах,
они поют эту здравицу, славословие, хвалу Иисусу Христу. Мы все это постигаем не через словесные мудрости людские, на что пытаются некоторые из тех, кому мы свидетельствуем, они говорят, ну это же люди написали. Мы согласны, да. Даже в некоторых случаях мы знаем авторство, а какие люди написали. Но вот Иисус говорит о том, что это Дух Святой записывал через святых пророков, а в послании к евреям в первой главе, в первом стихе различие дается. Это дополнение и завершение написания Слова Божьего. В древности Господь, Отец разговаривал через пророков многообразно, во множестве, а в последнее время, завершающее через своего Сына, Иисус и говорит. И вот Он сеет, и Он сеет свое слово, и работает над тем, чтобы мы от нулевого восприятия, практически, когда фигурально это обозначает упавшее семя, это 12 стих, при дороге, это слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово. Было слово и уносит. Мне кажется, жизнь развивается как прежде. Но когда мы берем полную доктрину спасения, есть еще и предспасительное время, когда Бог посылает своих евангелистов, учеников, да и каждого из нас, Он посылает, чтобы мы вещали это слово и рассказывали о любви Бога, вот так возлюбил, отдал Сына Своего. Потом приводим все и сами слова Отца. Я Сына Своего не пощадил, но предал Его за вас всех, чтобы вы вместе с Ним получили и наследие, и вечную жизнь. Камень, упало это слово на камень. Те, которые слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. Да, тоже такое время было. Причем оно иногда бывает и в настоящее время, потому что, переходя из плотского мышления, нам нужно переходить каждый день, исполняясь Духом Святым, то там замечаем иногда, раз это проскочило, и так далее. Упавшее в тернии, в заботы, а также в различные ощущения, приятные, неприятные, и так далее. И человек начинает заниматься этим более, чем словом. А вот добрая почва, 15 стих, какая красота. Слушающие хранят, они это слово воспринимают и сохраняют в своем добром и чистом сердце, и жизнь начинает плодоносить. Это и родственники, и ближние, и дальние, и друзья, и недруги, это знакомые, и незнакомые. Кто имеет уши слышать, да слышит. Ободрение очень хорошее. А теперь посмотрите, как я, получив это, распоряжаюсь. И это светильник, я понимаю. И он говорит, этот светильник обязательно ты должен установить на видное место, чтобы, входя в это общение святых, другие видели свет. И тогда получается, что нет ничего тайного, что не было бы
не стало бы видимым. Нет ничего сокровенного в мыслях, в нашей голове, чтобы не произошло через уста. И так наблюдайте, как слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. Какая красота обетования! Всякий раз, пребывая в Слове Божьем, нам дается еще больше и больше. И вот дальше, что он дает. 19 стих. «И пришли к нему матерь и братья его». Как замечательно. Мать Иисуса Христа пришла. Его братья. И они не могли подойти к нему по причине народа, множество народа окружает его. Но они как запоздавшие слушатели. И тогда они передают, здесь написано, и дали знать ему, те, которые увидели мать и его братьев, мать и братья твои стоят снаружи, желая видеть тебя. Ну, как здорово! Вообще, это большая радость, правда, и для каждого из нас, когда наши родные, близкие, они приходят к Слову. И здесь такое желание людей, любящих Иисуса, выделить из этого общего народа, который слушает Иисуса, выделить. Вот твои ближайшие родственники. Они говорят это царю. Царю Царства Божьего, который обучает Царству Божьему, который пришел в этот мир любить, искать, найти погибшее, спасти, любить. Он не пришел только к своей семье, хотя в самом начале Евангелия от Луки там достаточно время посвящено и тому, как его семья сама была обласкана Богом. Но здесь мы сталкиваемся с его ответом, 21 стих, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие». Опять Слово Божие. Мои родственники – это самые близкие духовные родственники. Да, действительно, мы знаем по жизни нашей собственной. Не все наши родственники стали верующими. Даже самые ближайшие. Жены. Они сталкиваются с этим вопросом, когда они уже поверили в Иисуса Христа и приходят домой, и Господь дает им желание сражаться за мужа, за своих детей и приводить. И сколько слез! Бывало по ночам, когда кажется, что нет, не стали слушать, и Дух Святой утешает. И утешение такое: ты замечательный светильник, который стоишь в чаше в этом доме своем, а потом в этой церкви своей, а затем в миссии. Что он хочет сказать
слушающим, мать моя и братья мои, суть слушающие слово. В Библии нету указаний на возвеличивание какого-либо из святых или родственника Иисуса. Нет. Там есть этот удивительный процесс передачи Слова Божьего. Вот они, родные, близкие Царя Небесного, которые слушают Слово. Это не умаляет ни мать, ни братьев его. По доктрине о спасении мы знаем, какая это большая радость, что они пришли туда. Они не были, вероятно, к этому времени пока что не были регулярными слушателями его слова. А в 7 главе Евангелия от Иоанна там написано: «Ибо братья его еще не верили в него». Но это еще впереди, и вся вера, которая будет у них. В Библии не указано, в него там небесный Иерусалим, и в первых рядах входящих в него находятся его близкие родственники. Здесь так интересно написано. Иоанн написал в своем Евангелии несколько раз, скрывая скромно свое имя, Иоанн Богослов, он написал: ученик, которого любил Иисус. Вот она, родственная связь. Вот оно, восприятие. Вот что делает Слово Божье. Это оно не отрицает родственные связи, не отрицает служение, не отрицает заботу о своих родителях, а также и о домашних. Нет. Оно возвеличивает Иисуса Христа и предлагает Ему быть пастырем и в семье, в нашей личной. И в том, что мы, каждый из нас, является ближайшим Его родственником, братом, сестрой. Поэтому мы с вами названы телом Христовым, семьей Божьей, мы, братья и сестры, по отношению к Господу нашему. Кроме того, мы тело Его, а Он глава этого тела. И задумываясь над этими смыслами, нам хочется знать Его Слово, какое оно прекрасно, слушающим. Это знаете, как финальный восклицательный знак. Вот мои родные, вы мои родные, вы слушающие. Им хотелось бы сказать: а я вижу твою маму. Замечательно. Ну а ты кто такой? И он приближает и приближает. Он является спасителем всех тех, кто поверит. Всех. Он является тем, кто приблизил нас. Когда-то по грехам и преступлениям нашим мы были отторгнуты, а он приблизил к самому сердцу своему. И когда на суде Бема он будет разговаривать с каждым из нас, это чудо. Мы лично с ним. И будут награды. И будут эти слова: верный мой служитель, служительница. Эти слова очень важны для нас. Мы с вами, бывшие далеко по исповеданию, вдруг приблизились.
И акцент давайте поставим на слушающих слово. По своей привычке понимания родные, близкие, какого-то кумира. Люди хотели сказать, посмотри, вот твоя мать, они служат Иисусу, а как он служит? Вы. Умаляет ли это его любовь к матери? Нет. Но это выравнивает наше почитание, почтение. Иисус Христос. Слово. Вот твоя мама пришла. И взоры, наверное, многих раз и смотрят на маму. А Иисус берет и обращает взор. Он привлекает снова внимание к себе, чтобы не было отвлечения. Он единственный Спаситель. Он единственный Спаситель. Нету других Спасителей. Отцу было угодно поставить его, Иисуса, своего Сына, которого он принес в жертву, единственным связующим звеном с великой, любвеобильной семьей, где каждый из нас, слушающих его слово, является ближайшим к нему родным. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это чудо благословения, Слова Твоего. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи и спаси меня. Подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, церковь Твоего Слова. Благослови, прощай, люби, поднимай, ободряй. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу. Вопрос. Кто ближайшие родственники Иисуса?